Лучше ходят первые. Давай, Саня, давай. Вы имеете право хранить молчание. Хорошо. Даже падает, кажется. Девушка. У вас, уважаемые присутствующие, вы все здесь собрались, чтобы пощадить душу этого агента. Его патруль трассы на Экселайсе подошел к концу. Его жизнь была как патруль в опасному району. Этот агент не знал слова «страх». Слова такого рода ему были неизвестны. Он шел по своему жизненному пути, как СУ по М2. Его уважали многие. Он почти стал величайшим агентом. Но преступники, от которых он защищал этот штат. Надеемся, станет директором в федеральном раю. Аминь. 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 God bless you. Говорят, хороший был мужик. Только жена его вроде била. От этого и умер. Сейчас, для того, чтобы вы видели его последний раз, я сорву с него маску. А там не он. Можно мне маску? Это же не Дариус. Не сорвал маску, тихо. А, ну все, расходимся. Я... Так, отмена перед акциям. Чего? Отмена по реакциям, ждите. Что стало, мужики? Нет. Куда они пошли? Сейчас будет мясо, пацаны. Маску один. Сейчас они оружие взяли в руки. Ой. Ой, да, зачем они целятся в нас? Пацаны, давайте уйдем, давайте. Зачем нас целятся, алло? Не цельтесь, а, пожалуйста. Стоим, стоим. Тихо, 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 руки, руки подняли. Побежали! Разошлись, все, разошлись, руки подняли. Куда его? Остальные разошлись отсюда. Убегай! Агенты, наручники надеваем. Сейчас с ним используются наручники, один человек напротив. Сейчас с ним наручники, один человек напротив. Сейчас заломают человека, поведут за собой. Прощай, Луни. За мной видите. Сниму как ручки, неожиданно. Заломаю человека, приведу с собой. Надолго еще. А? Подставы это попахивает. Это вроде это они. Слава. Что происходит? Может подать какой-нибудь комментарий? Сейчас, подождите. Надолго, да. Сейчас все узнаете. Спринт священник, объясните, что случилось. Привет. Козлы. Сэр Александр Мур, мы еще долго? Привет, привет. Кто же тогда это? Почему священник? Мне кажется, спиной была уже... Яна. Ой, извини, вы можете сказать, что случилось? Кто-нибудь объяснит, что произошло? Кто родился? Здравствуйте, граждане. Опа. А вот и Дариус. Боже мой. В могиле это человек, который отыгрывал роль директора, будучи, когда меня хотели подставить, два засланных агента, чтобы покончить с моей жизнью. Это не правда? Какой кошмар. Он жив, да? Еще раз хоть не он живой. Не осуждаю. Бля, сколько тут... Ясно, короче, обманка. Мы провели Амарова. Расследование, кто эти люди. И сейчас они задержаны. Слава богу. Расходим.
Расходимся. Всем спасибо.